Я готова платить больше за осознанные вещи, за вещи осознанных брендов. Считаю, что вещей не должно быть много в гардеробе. Предпочитаю покупать вещи, которые останутся в моем гардеробе больше одного сезона. К сожалению, даю вторую жизнь своим вещам не так часто и не так много, как хотелось бы. Я думаю, что актуальна проблема знать людям, куда они могут, в принципе, свои вещи сдать и сделать это просто. Когда практически подходишь к вопросу передачи вещей куда-то, оказывается, все не так просто. Детские вещи точно отдаю дальше, а свои вот по мере возможности, хотелось бы больше. В последнее время необдуманных покупок совершаю все меньше. Мне кажется, вот эта необдуманность покупок с нами случалась раньше чаще, потому что мы такие голодные люди, выезжая за границу, хотели все скупить, особенно H&M, например. Сейчас уже все присытились, я в том числе, поэтому желание шопиться бесконечно за границей пропало, и желание шопиться вообще. Необдуманных вещей все меньше, но есть вещи, которые покупаются под какое-то событие и надеваются 1-2 раза. Я думаю, для этого существуют такие сервисы, как Oh My Look, аренда каких-то вещей для событий. Это очень круто и решает проблему лишних вещей.